Поехал жену оставить. Короче, так вот, елку срубили. Короче, так, друзья мои, загнал трактор, ездил в лес, хотел жену оставить. Не вылазит и все. Вот такие дела. Кто это меня там вас собрал составлять? Она некоторым подписчикам не нравится. Я ее оставлю, а женюсь на подписчике. Шутка. Кому я не Так. О! Елена Степановна, как тут оказалось? Вообще непонятно. Избавиться от меня хочет. Так. Выбираем елку для нашего праздника. Здесь кто-то скажет, лес. Это... Поле раньше было, даже в свое время, когда я работал на тракторе в колхозе. Нет,
До армии тут сеяли, и мы... Короче, я тут село сбыл и это... Отвозил на Т-40. Так. Да, зайцы. Тут зайцы. Вообще, а сейчас это все заросло. Короче, суть такая этого поля. Иван Уповал называется. 150 гектар. Взяли в аренду, ребята, когда колхоз валился. И мы будем обрабатывать. Сами нифига, короче, не обрабатывали. Ну и, короче, это все заросло. В других регионах России я знаю, что штрафуют за это дело. Но у нас как-то раньше не штрафовали. Может быть, сейчас еще штрафуют. Здесь вот ветки будут лежать. Тут со стороны. Вот так на нашем тракторе. Трактор снова выручает. Трактор сегодня завели. Я его не грел. Сегодня на улице был, наверное, ночью минус 2 или 3. Ну, короче, так, вода корочкой взялась, относительно тепло. Сейчас время после обеда. До обеда я писал отчет. У нас отчетные дни наступают. Суть отчета — нужно собрать все мероприятия, сколько человек, короче, ну, это все свести. Ну, а сейчас вот съездили, елку вот срубили, привезли. Еще раз скажу, повторюсь еще раз, сколько раз уже говорил. Это поле. И здесь рубить можно. Нам разрешено. Потому что... Это поле. Да. Все, едем. Короче, так, друзья мои, загнал трактор, ездил в лес, хотел жену оставить. Не вылазит и все. Запрыгнула в кабину, это, в тележку. В тележку запрыгнула, короче, ну и... Я боялся, что тебя оставят. Вот так. Короче, никак не могу от нее избавиться. Вот так вот. Спас его. Вот так вот, друзья мои, ладно. Ну, это, конечно же, была шутка. Посмотрите продолжение истории. Я напугался, что останешься. Посмотрите продолжение, чем кончилось дело. Хотя, что кончилось дело? Вот назад же. Выгнать, короче, не могу. Залезла в телегу и сидит. Ладно. Пойду сливать воду с трактора. Вот такие дела. Кто это меня там собрал составлять? А? Вот так вот. Тут еще собака, он маленькая. Ну все, на этом все теперь. Ой, точно пока.